Шизи. Макера Шизи. Макера Шизи. אז יש שם שזיף. של נחוץ לה. מה אתה עושה? בקבוק? לא, יש לנו שזיף שם. עד ששזיף לא יצא, אנחנו לא נעזור. לוקחים את זה הביתה. לא את הגולן, לא את הכלום. עד ששזיף לא יצא. כמה בקבוק עולה? 30 אגולות. 30 אגולות אין לי, יש לי רק 5 שקלים. יותר מדי. היינו קונים ממך בקבוק עכשיו. Ваня, дай 300 гривен. Выкупи мне бакбук. Все это бакбук. Спасибо, Лена. За шизиф каваш. Бемет, это руца гамшлюк и все. Шинал кой. Она бабраха. Живьем идет. Она понимает, что Божий... Ну, а ты брия, им за мамаш хасер лах лехем, а ма, бомер бозер. Таиф это пни айлю, пни нот. Ну, пни нем, же стан. Стан. Пошут. Им за эти зари. Проповедует. И проповедовал в сердцах. И проповедовал. Ну, и бисадар. השם יעזור לנו, אנחנו אוכלים לחם ושוצים ועוזרים לבן אדם. גם הייתי ממליץ לך לא ללבוש סתם, כי זה מביא לך סתם קצת. אמא שלי אמרה לחם ובצל ועקר נהיה בריאים. נהיה בריאים. בטח. Это фикусы? Вадик, это столетние фикусы, да? Нет, это тутовник. Тутовник? Да. Тутовник просыпается в июле. Да? Тутовник просыпается или тутовник не просыпается? Смотри, харбе бриют. От бетах до маса лопа шут. Не премудрость, походя премудрость, я около очень. Объект обитает. Я не знаю, в какой форме. Майштейтл и Белц. Вус махни ид. Вус. Дебисте ид. Я обожаю. Дебисте ид. Дебисте ид. Дебисте. Что-то в этом роде. А тебя все равно потребуют ювелирки. Эпоха потребует ювелирки. Я в ней подзареваю. Ну а потом уже она пойдет бесконечно, потому что уже как бы дыхание это есть. Ну все нужно поставить, я как бы. Понимаешь? Как-то поставить. Требую, ну вот как-то. Это как земля. Это даже не с точки зрения попсы, продукта попсы. Да-да-да. Для себя самого. Да-да-да, именно для себя самого. Какие имена для себя самого? Вадя, вот этих тоже поснимаю. Посмотри, как он дрочит карты там. Прям поближе иди, подойди прямо у них карты объективные. Алекс? Да. Дорвались последние полгода. А, да? Да. Ну то надо, пора проект варить. Нарывы. Про нарывы. Приберусь. Оду нарывам. Оду нарывам. Ну я сейчас пишу это. Ребе на допросе. Я делаю вещь ребе на допросе. Оду нарывам. Чтобы ты захватил здесь по центру, а потом покажешь мне вот так вот, знаешь, вот так вот. Теперь как бы сделай меня просто, поставь меня в центр, если голова не очень большая. Мне нужно как бы сделать ресницы. Вы меня устали, люди.
мне нужно проблемы с головой, маленькое лицо. Я вы фотограф, я не должен вам этого объяснять. Вы понимаете? Да, то есть мы идем на олигофрению, на дебилизм. Теперь вспомни Сашеньку. Ты вспоминаешь Сашеньку? Боже мой, я рассыпаю здесь кофе. Это наша торговля. Все, теперь мы делаем так какое-то, да? Как бы, ну, уже щелкни женщины. В париках, где я ее под 18 по 19 век, где я как бы превращаюсь как бы в полные кошмары, и там самый прекрасный дебил на свете. Понимаешь, что? Да. А если ты сможешь меня сделать как бы фотографию с меня, вот как бы в нормальном состоянии, если я не смотрю, если у меня ресницы, как бы плохо видно ресницы. Много лба, мало лица. Вы как профи должны понимать, что такую фактуру не снимают. Почему я должен этого? Если ты можешь снять это классно. Но в принципе такую фактуру не снимают, она не для съемок. Вы меня устали, люди. А тут мне еще это свадьбы предстоят. Приведется 3-4 делать какие-то миссивы, потому что всех гостей в одно не позовет. А что ты делаешь? Мы патриархальные евреи. А что ты делаешь? Ну это будет как бы, ну какие-то эти вот, я же женюсь на девушке. А, ты реально вот все хуйня у меня? Конечно, конечно, я же гулять хочу. А, ты свадьба, мать, да, фото. А фотограф нужен? Фото, не знаю. Фотограф. Фотограф? Ну, как бы... Видео, вот, кино. Я не знаю, кому обратиться, я не знаю, кому... Не знаешь, кому обратиться? Вот у Саши есть какие-то эти... Всякие, да, топографы. Знакомые. Топографы. Я упиваюсь, это пытка, я тебя умоляю, Рыжик. Так это непросто. Том, ну что ж ты говоришь? Вот, понимаешь? Понимаю. Да, хорошо, что мы не пошли. Куда ну все, сколько вот, а это что, твоя работа вот так вот сейчас водить? Где мы были? Вот так вот водить, это моя работа, да. В Ля Шапель. Шекспир и Кучер, Рембрандт. Первая Левина. Рембрандт. То есть у нас уже есть раз, два, три, четыре. Четыре большие работы. Четыре большие работы – это много. Ну, все, хватит, сделай паузу, то я на дыхание... Да я не снимаю, бля. А что ты делаешь? А зачем ты вводишь эту штуку? Знаешь, я как дебил, блин. Опять олигофрения, блядь. Поспокойнее, пацаны. Понимаешь, какая тема? Ну да. Мне просто нравится смотреть видоискатель. Да. Плюс Литвака напополам, активных матерей в пизду и нахуй их товар. Хоп из гнуме мидзерком дарынеш. Это моя торговля, рыжий. Класс. Амплуа, амплуа. Батенька, смените амплуа. Подумаем, да? Что еще можно взять? Для такого исполнения. Эти проходы очень странные, Вадя. Здесь из таких проходов такие петли нарезать можно. Да, да, да. Такие персонажи, блядь. Там домакро у тебя? Нет, это широкоугольничек. Ну он с макрой? И с макрой.
это пиздец же. Это идея, я доверяю твоему эстетическому вкусу. Опа, посмотри, какой объект, блин, а? Ты видел, что творится? Стёба, блядь, мы уже как бы взрослые дядьки, блядь. Нет, серьёзно всё. Никакого Стёба, понимаешь? Уже давно преодолели это безутешное язычество, это самое здоровое, как бы все оправдано, все ништяк. Это очень опасно уже все это осознавая, начинать возвращаться к Стёбу. Да. То есть вообще, как бы вообще никогда. Какая ирония может быть? В принципе, ну вот сейчас тем более, как вот, ну как можешь иронизировать и быть это. И быть сохранить и лицо. Быть понятым. И сохранить лицо. Я не знаю. Не сохранить лица. Не сохранить лица. Вон даже это. У тебя эти как у Харона. На Фейсбуке смотришь на человека в анкету, вот как бы. Я вдруг обнаружил Фейсбук, я не Фейсбук. Вадя, это же Фейсбук, это же пиздец. Для меня это вообще такое, сука, да, открытие, то, что ты в Фейсбуке, блядь. И ты там постишься, блядь. Понимаешь, думаю, Харон уже везет это, ну, вот эти монеты, да. Так как вы себя в анкете представляете, это у всех анкеты, эти школьные анкеты, блин. Чувак, и так, нужно если бы я знал, я бы повесил. Я же поработал сегодня с твоими фотографиями вчерашними. Я не, там как бы... Там пиздец. Я хочу, чтобы красавец. Было брутально, спокойно брутально. Я хочу бруталию, понимаешь? Ну так, как и в стихах. Ну все, хватит снимать, мне неловко. Почему нужно как бы заставлять человека испытывать эту неловкость? А, такая у меня профессия, это, брат. Это ваша профессия? Это наша так профессия. Это не наша торговля, ваша это профессия. Мы этим кормим детей. А, да? Многих ты вскормил. Мы кормим детей многих тем, что вскормил. Мешаем вам. Ну, детям всегда мешаем, 100%. Ну, классно. В общем, супер. Да, и остановочную снимку возвращает имя снимку. А если мы возвращаем имя снимку, мы возвращаем имя предмету. Возвращаем по предмету, ты определяешь словом. Все сказано. Если сохраняется слово «о», вот такая картинка. Назови это все картинками. Есть разные картинки. Но картинки сейчас нужно построить. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.